на пределе твоих возможностей, когда ты такой сидишь, намотать там сопли и хреначишь на тренажерах. И последнее, что я приобрела, это уже, наверное, всем знакомый набор корейской косметики. И все кисти, которые я мою, я ставлю вот в такую сушилку. Ну а сейчас я вам хотела показать то, что я использую сейчас каждый день для умывания. И еще я сделала вот такую вот свечу а-ля кофе или же напиток из Старбакса. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня у нас будет влог. Я вам предлагаю вместе со мной провести 2 дня, сегодняшний и завтрашний. Я покажу, где я живу, чем я занимаюсь. В общем, познакомимся с вами поближе. Это будет максимально нормальный домашний влог. Вы увидите меня без косметики, вы увидите меня в домашней одежде. Я вам покажу своих котов. Также я буду в одежде, на которой есть кошачья шерсть, потому что это неизбежно, когда у вас дома есть животные. В общем, буду максимально нормальным, обычным человеком. И я надеюсь, что после этого влога мы с вами станем поближе. И вы сможете увидеть меня с другой стороны. И, кстати, ребята, у меня также есть идея снять для вас видео «Вопрос-ответ». Так что, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, если вам данное видео вообще интересно, то пишите свои вопросы под этим видео. И, быть может, потом я еще сделаю отдельный пост, где тоже можно будет написать мне вопрос. И если вопросов наберется достаточное количество для видео, то я, конечно же, его сниму. Итак, как и обещала, покажу все как есть. Я сижу вот в такой вот футболке, которая вся в кошачьей шерсти. Возможно, это видно, возможно, нет. И сижу я сейчас с макияжем, потому что я только что снимала видео про мои покупки на Черную пятницу. У нас дома стоит вот такой вот большой домик для котов. И здесь, конечно же, находится уже первый кот. Это главный помощник в моих видео, он в них постоянно снимается и лежит где-нибудь на заднем плане. Это кот породы мейн-кун, кто не знает, это очень большие кошки. И весит это существо 8,5 килограммов. И это нормально для данной породы. Он большой. И несмотря на то, что он действительно намного больше обычных кошек, лично для меня это обычный маленький котенок. Его, правда, трудно поднимать и трудно держать на руках, потому что он, зараза, тяжелый. Но хозяева мейн-кунов привыкают к их размерам и не считают их большими кошками. Вот это существо, это мой второй кот. Он только недавно у нас появился. Это котик породы сфинкс. Он у нас живет всего несколько месяцев, он очень озорной, шаловливый, везде бегает, что-то шкодит, ворует у меня косметику, ворует сыворотки, ворует, в общем, все, что можно. А сейчас мирно спит на пледике. Вот все, что осталось после съемок видео про покупки на Черную пятницу. Вот здесь, как видите, на столе у меня полный бардак, лежит куча косметики, использованные ватные диски после сводчей, в общем, куча всего. Так что не надо удивляться, когда видите у меня в пустых баночках обилие мицеллярной воды. Все это уходит в основном на снятие сводчей. Я сейчас помыла кисти. Обычно я мою кисти при помощи вот такого коврика и какого-нибудь либо мыла, либо шампуня. Помыла вот этот вот спонжик. И все кисти, которые я мою, я ставлю вот в такую сушилку. Очень удобно. Раньше я раскладывала кисти на вот таких вот салфеточках обычных для бумажных. Но потом я купила вот такую сушилку на AliExpress, и это просто нереально удобно. Я ее один раз уже показывала в видео про AliExpress. Все кисти находятся в вертикальном положении, они правильно сушатся, вода стекает вниз и не попадает вот сюда на ручку, а это очень важно. К тому же вот здесь кисти находятся в безопасности, и коты у меня их не воруют. Единственное, только спонжик нужно будет куда-то убрать, потому что на спонж они всегда охотятся, всегда его воруют. А потом я нахожу его где-нибудь на полу, искусанным и в шерсти. Ну а сейчас я вам хотела показать то, что я использую сейчас каждый день для умывания. Например, макияж я смываю, во-первых, мицеллярной водой.
У меня сейчас вот такая от чистой линии. Кстати, не самая плохая мицеллярная вода, все хорошо смывает, проблем с ней никаких нет. И также я сейчас использую два вот таких гидрофильных масла для снятия основного макияжа. Это вот такое гидрофильное масло от Yumi и от The Face Shop. Вот это я уже много раз показывала, покупаю его на Herbie. А вот это мне попалось в бьюти-боксе от Марка Кауфмана. Здесь осталось уже совсем чуть-чуть, если видно. Оно черного цвета. Вот я об него сейчас испачкалась. Оно очень подходит для проблемной кожи, потому что там в составе есть чайное дерево, но оно не подойдет для сухой кожи, потому что, на мой взгляд, все-таки оно чуть-чуть кожу подсушивает. В качестве пенки для умывания я использую вот такую пенку для умывания от Cosrx. Уже много раз ее показывала, сейчас ее добью, ее совсем чуть-чуть осталось, и потом закажу еще одну. А в то время, как ко мне будет ехать вот эта пенка от Cosrx, я буду использовать вот такую пенку от Etude Organics. Мне ее присылали уже давным-давно на обзор, я ее несколько раз попробовала, и вот сейчас скоро придет ее время постоянного использования. В качестве тоника я сейчас часто использую вот такой вот тоник от Сиандо с молочной кислотой и цинком. Очень хороший тоник. Также у меня здесь стоит вот такой вот пилинг-гель. Это пилинг-гель с муцином улитки, он якобы увлажняющий. Это обычный пилинг-скатка, который вы наносите на лицо сухими руками, начинаете растирать, и он по вашему лицу скатывается. Очень, кстати, хорошее средство, стоило недорого, в общем, мне нравится. У меня также есть пилинг-скатка от бренда Сиандо с фруктовыми кислотами, но он, на мой взгляд, действует все же менее эффективно, нежели чем вот этот вот гель с улиточкой. Тот пилинг все-таки слабоватый, вот этот гораздо сильнее. В качестве шампуня я сейчас чаще всего использую вот такой вот шампунь от Natura Siberica. Его здесь, как видите, уже осталось совсем чуть-чуть, то есть использую я его много. Он неплохо промывает волосы, но он мало пенится. Если кто не любит совсем мало пенящиеся средства, то это не ваше. В целом неплохой шампунь, но не уверена, что я его куплю второй раз. И также для волос у меня тут целая куча масок. Вот эти две маски есть и на Озоне, и в Улыбке Радуги. В целом неплохие маски с очень большим объемом, так что вполне могу вам их советовать. И еще одна маска для волос, это вот такое вот густое масло от бренда Fito Cosmetic, репейное. Очень его люблю, мне нравится и репейное, и перцовое, и также горчичное. В общем, любое из этих трех масел могу рекомендовать. Только разве что крапивное мне не особо сильно зашло. В качестве геля для душа я сейчас использую вот такой вот Palmolive с арбузиком. Он чуть более жидковат, нежели чем я люблю обычно, но запах очень и очень приятный. И второй мой гель — это вот такой гель от Ифраше с лимоном. Лично мне больше нравятся у Ифраше не обычные гели, а концентрированные гели, либо же масло. Особенно мне нравится масло с ежевикой. Оно просто волшебное. Вот этот вот гель вполне обычный, простой гель. На мой взгляд, он слишком водянистый, нежели чем я люблю обычно. И лимон здесь, ну, не очень яркий. В общем, простой гель. Я определенно куплю еще с другим каким-нибудь вкусом, но конкретно этот не повторю. И сейчас я хочу вам показать свою посылочку с сайта iHerb. Она не очень большая, поэтому она не войдет ни в какое отдельное видео про iHerb, поэтому покажу ее здесь. Во-первых, я приобрела вот такой вот эллизин для кошек. Вот эту штуку посоветовал коту ветеринар, когда у кота стресс или же просто раз в полгода для профилактики нужно давать вот эти витаминки. У нас в Москве они стоят очень дорого, 30 штук с доставкой на дом стоили примерно 1000 рублей, а на iHerb 60 штук стоит 850 рублей, представляете, какая просто огромная разница. Также я приобрела для себя магний и B6. Я не пью таблетки просто так, мне их посоветовал врач.
Также я взяла вот такую вот маленькую коричневую подводку для глаз. Мне в последнее время почему-то очень нравится идея коричневого оттенка на глазах, коричневая тушь, коричневая подводка, но я не знаю, будет ли это хорошо смотреться на мне действительно, поэтому взяла вот такую вот дешевую подводку от Elf, она стоила где-то рублей 250. Дальше я взяла вот такие вот патчи. А патчи я беру для мамы, сама я обычно их не использую, потому что на мне они не дают никакого эффекта. Я уже рассказывала на канале, что единственные патчи, от которых у меня был действительно результат, это патчи Too Cool for School кокосовые. Ну что ж, попробуем вот эти, быть может, они тоже окажутся для меня очень действенными. Еще я взяла вот такую маленькую сыворотку от бренда Insta Natural с ретинолом. Это мини-версия, стоила она где-то рублей 200. Вот такая она на самом деле маленькая, вот сравните просто с моим пальцем. И последнее, что я приобрела, это уже, наверное, всем знакомый набор корейской косметики. Здесь у нас есть все, что нужно для ухода за собой. И я планирую этот набор взять с собой куда-нибудь в путешествие. У меня в ближайшем году будут целых 2 штуки уже запланировано. Так что где-нибудь обязательно мне да пригодится этот наборчик. Всем привет! Я сейчас позавтракала, пойду потом добивать кофе и после этого пойду краситься. У меня из планов на сегодня получается снять видео, а потом мне нужно сделать штрудель яблочный, потом я собиралась сделать свечи и вечером я отправлюсь монтировать видео, но это я вам показывать уже не буду. Не обращайте, кстати, внимания на то, что находится у меня на лбу, кто-то в последнее время очень много жрал сладкого, и потому лицо мне теперь спасибо, конечно, за это не говорит, от слова совсем. Не удивляйтесь, что я здесь очень много говорю о том, что вот я снимала видео, что я буду снимать видео, и так далее. Просто все мои выходные дни посвящены съемкам видео. В рабочие дни я работаю, в выходные дни у меня их 2 или 3, в зависимости от недели. Я практически всегда занимаюсь съемкой видео для YouTube. Поэтому, если я снимаю для вас влог о своих выходных днях, то, естественно, этот аспект жизни тоже просто обязан туда попасть. Не удивляйтесь тому, как я сейчас выгляжу. Я снимала макияж с палеткой Джеки Айне и Анастасии Беверли Хиллз. Вот она. И я показывала 2 разных макияжа на одном лице. Потому вы сейчас и видите сие произведение искусства. Сейчас я хочу с вами чуть-чуть поговорить. А поговорить я хотела вот о чем. У нас близится Новый год, и пора уже строить какие-то планы на 2020 год, думать о том, какие цели я хочу в нем преследовать, и подумать о том, добились ли мы целей 2019 года. Во-первых, я для себя поняла, что мне определенно нравится видеоблог. У меня блог новый, ну, сравнительно новый. Я веду блог примерно 1,5 года, притом только год из этих 1,5 лет. Я веду его действительно непрерывно. Я поняла, что я хочу вести блог, что мне это нравится, что я хочу тратить свое время на это, что я хочу тратить деньги на оборудование, на косметику и на все прочее для развития данного блога. Так что в 2020 году я собираюсь улучшаться. Что касается более таких жизненных планов на 2020 год, во-первых, я хочу вернуться на йогу. Я очень люблю йогу и совершенно терпеть не могу спортзал. Меня просто бесит вот эта вот постоянная работа в спортзале на пределе твоих возможностей, когда ты такой сидишь,
как-то запыхался, пытаешься как-то собраться, собрать все последние силы в кулак, намотать там сопли и хреначишь на тренажерах. В общем, меня это просто бесит. Я не могу работать в подобном темпе, в подобном ритме, мне максимально некомфортно. И поэтому я нашла для себя йогу. Она совсем другая по энергетике даже. Когда вы выходите из спортзала, вы выходите как выжатый лимон, и вам хочется прийти, лечь и сдохнуть. Когда я прихожу с йоги, даже если я тренировалась час, два, три, я ухожу настолько полной энергии, что я готова сворачивать после этого горы. Вот видите, какая разница? С одной стороны, вы как выжатый лимон после спортзала, с другой стороны, после йоги вы выходите готовы свернуть горы. На мой взгляд, это принципиально разный посыл, разная энергетика, не говоря уже о том, что на йоге ты и нервы успокаиваешь, и мировоззрение меняешь на более спокойное. Ты начинаешь как-то по-другому реагировать на ситуации, на людей, на их какое-то мудачество. В общем, ты меняешься и меняешься в лучшую сторону. Ты становишься более лучшей версией самой себя. Не говоря уже о том, что йога хорошо подкачивает и тело, и излечивает тело, что тоже важно. В общем, лично я просто фанатею по йоге, но последние полгода я ее забросила. Забросила основательно, и вот я решила, что в 2020 году нужно это исправлять, нужно найти в своем рабочем графике время и все-таки начать туда ходить снова. Также на 2020 год у меня запланировано уже две поездки. Первая из них будет буквально в январе в Таиланде. Это была моя мини-мечта, которую я достигла даже раньше, чем планировала. Получается, мы купили поездку в Таиланд в 2019 году, поедем в 2020. Это была действительно моя мини-мечта, меня очень привлекал Таиланд, но всегда это было для меня либо слишком дорого, либо тогда, когда там дешево, у меня не было времени туда лететь, потому что меня не отпускают на работе. В общем, пришлось лететь в январе. В январе гораздо дороже, но я все-таки смогла наконец-то накопить на это денег, и просто безумно счастлива, я уже буквально считаю дни до этой поездки. Меня привлекает там красивое море, пляж, жара, в то время как у нас в Москве холодень, интересные фрукты, новая какая-то совершенно культура, интереснейшая просто еда. В общем, я просто в предвкушении всего этого, так что надеюсь, что все пройдет хорошо. И если вы хотите, быть может, я даже могу поснимать оттуда влог, но это будет снято на телефон, а не на камеру, потому что камеру тащить я туда точно не буду, я за нее слишком сильно боюсь. И если кому интересно, то я могу также снять видео, посвященное тому, что я возьму с собой, потому что то, что я брала с собой в Турцию этим летом, будет сильно отличаться от того, что я возьму с собой сейчас в Таиланд. Вторая поездка, которая у меня планируется, это поездка в Рим буквально на 4 дня, где-то в марте, в начале марта. Это будет именно поездка на 4 дня. Мы с молодым человеком уже подобную поездку брали в Венецию, точнее, мы сами все бронировали. И 4 дня на самом деле даже более чем достаточно, чтобы посмотреть город, чтобы от него не устать и чтобы не потратить слишком много денег. За 4 дня вы не успеваете много потратить, вы просто в первый день утром прилетаете, 2,5 дня гуляете, и на последний день что-то еще смотрите, и ближе к вечеру улетаете обратно. Идеальная схема, просто все посмотреть, много не потратить, получить удовольствие и при этом надолго не отпрашиваться с работы. Перфекто, просто перфекто. И также на 2020 год я себе ставлю все-таки более активное, скажем так, изучение рынка акций. Я уже начала понемножечку торговать акциями. Пока что у меня это не сильно хорошо получалось, потому что я копила деньги на Таиланд и не могла, соответственно, вкладывать свободные ресурсы в биржу. Но сейчас, когда наконец-то более-менее финансы начинают освобождаться, я планирую больше уделять этому времени. Сейчас я собираюсь сделать яблочный штрудель, и я покажу вам тот рецепт, по которому я буду его делать. Это моя первая попытка сделать яблочный штрудель, так что, если что, не будьте ко мне очень строги. Я обычно делаю шарлотку, но сегодня захотелось именно штрудель. Я делаю его, кстати, по рецепту Julie Small. Это очень интересный кулинарный канал, там очень много действительно простых
но очень интересных и вдохновляющих рецептов. Обязательно оставлю ссылочку на то видео, где я брала этот рецепт. Итак, я беру 3 яблока и их очищаю. И также удаляю сердцевину. Дальше я просто нарезаю яблоки на вот такие вот долечки и немного на кубики. Яблоки я пока отставила в сторону, и дальше я взяла дрожжевое тесто и буду его раскатывать. Скалки у меня нет, поэтому я буду использовать вот такой стакан. Кстати, тесто я использую слоеное. Я, кстати, очень не люблю возню с тестом, поэтому стараюсь этого всегда избегать. Но конкретно в этом рецепте, к сожалению, других вариантов у меня нет. Дальше в чашке я растопила обычное сливочное масло и буду им смазывать тесто. Смазывать я буду только ту сторону, куда буду класть свои яблочки. Теперь к яблокам я добавлю ванильный сахар. Корицу. И немного муки, чтобы она впитала в себя сок от яблок. Теперь буду выкладывать яблоки. После этого я начинаю сворачивать рулетик. Теперь вот здесь обязательно нужно защипнуть края и посильнее. Так как у меня еще осталось слоеное тесто и остались яблоки, я сделаю еще один штрудель. Теперь я разобью яичный желток и смажу им наш штрудель. И теперь осталось только поставить наш штрудель в духовку при температуре на 180 градусов на 35-40 минут. Вот такой штрудель в итоге вышел. Очень красивый, ароматный, запах стоит просто нереальный. Но правда, мне пришлось его сделать в мультиварке вместо духовки, потому что духовка у меня сегодня накрылась. Я вчера, кстати, сделала вот такую свечу маленькую в упаковке из-под детского питания. Вот так она выглядит. И она у меня с запахом дыни. Не все, конечно, пошло хорошо. Здесь, как видите, образовалась вот такая воронка. Но в целом прикольно. Я потом эту свечку планирую украсить. Я вот сюда вот какую-нибудь ленточку красивую прилеплю. Крышечку я, наверное, покрашу просто в зеленый цвет, чтобы она была однородной без вот этого. Сюда бечевку вот такую присобачу, чтобы было красиво. Сверху, наверное, я положу что-то вроде вот такого апельсина сушеного и палочку корицы. И также к вот такому шпагатику я добавлю еще какую-нибудь наклеечку. Типа, например, вот такую вот с дыней, потому что у меня свеча с запахом дыни. Вот я ее туда добавлю, чтобы было симпатично. Ну и чтобы понимать, какая свеча у меня с чем. И вот набор, где у меня хранится все для свечей. Вот это вот шпагат у меня для упаковки. Восковые мелки для окрашивания. Парафин, палочки для того, чтобы мешать, формочки для создания бомб домашних, ну, бомб для ванны, конечно же, ароматизаторы, красители, свечи парафиновые, какие-то ленточки, подсвечники, в общем, здесь все при все лежит. И еще я сделала вот такую вот свечу а-ля кофе или же напиток из Старбакса. Вот типа трубочка, какая-то пенка и сам напиток. Вот сюда я планирую потом приклеить вот такую вот бирочку, якобы Starbucks. Идею вот такой свечи я подсмотрела в интернете, так что вы тоже уверенно сможете найти подобный
рецепт хендмейда. Все это делается очень-очень просто. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать свой блог. Очень надеюсь, что он вам понравился. Всем пока-пока!